Всем доброго утра. Это мой travel-влог. Всем привет. Привет. Утренняя пробежка с девочками. В Сочи еще никогда не видела столько красоты в 7 утра. Посмотрите, какие у нас красоты сзади. И сзади горы. Фон вообще потрясающий самый. На часах 7:41. Я осознала, что ненавижу бегать. И я понимаю тоже который раз в жизни. Бег – это не мое. О, у нас влог! Всем привет! Привет! Мы сейчас идем в магазин, собрались такой дружной командой. В общем, погода у нас просто класс, мне кажется, градусов 31. Такая жара, очень тепло на улице. Настроение хорошее, мы с утра пробежались, заряд бодрости и активности на весь день, занимайтесь спортом. Мы идем в магазин, по одному нас не отпускают, мы ходим с сопровождением. Короче, если вы на улицах Сочи увидите отряд красивых девушек, ой, прости, знаете, что это мы! Краса России 2020. Машем ручками! У нас шопинг! Передаем привет всем будущим зрителям Красы России 2020. Подписывайтесь на Инстаграм, смотрите прямые эфиры, ставьте лайки, подписки. Свежий воздух и чистая природа. Место, самое лучшее место, я думаю, для занятия спортом, для занятия каких-то дел для души, для того, чтобы петь песни или читать стихотворения. Давайте я вам зачитаю что-нибудь, например, Маяковского. Иди сюда. Иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук. Не хочешь? Оставайся и зиму. И это оскорбление на общий счет нанижим, я все равно тебя когда-нибудь возьму. Одну или вдвоем с Парижем. Владимир Маяковский, один из моих любимых писателей. Итак, мы идем за вещами, которые мы не успели докупить в своих городах. Идем по прекрасному городу, прекрасному, солнечному городу Сочи. Что вы думаете по этому поводу? А по какому именно? Вот по этому, вот по этому. А вот по этому? Ай, какая? Так, девочки, почему? Почему опаздываем? Почему опаздываем? Нет, мы не опаздываем. Вы опаздываете? Мы идем в золотой середине, а вот вы торопитесь. Так, а самая большая звезда? По имени Солнце. Можно название, пожалуйста, самой ближней звезды? Солнце? Моя ты зая. Боже. И мисс Интеллект получает? А сейчас, а Интеллект? Ламбе. По Интеллекту далеко не увидишь. Нам ты не знаешь, да? Как вам первые дни? Замечательно, солнечно. Вы выспались, то есть 3 часа сна вам хватает? Или сколько вы сегодня спали? Спал 3 часа. Выходили на пробежку, нет? Нет. Получается, вы уклоняетесь, да, от спорта? Губки пью, не забываем. Кого про фейстюн не забываем? Нет. Губки пью, кто-то слышит фейстюн. Все без фотошопа. Да, да, да. Это что, съемка? Это, не, а, это камера? Да мы не готовились. И я не готовился. Как вам первые дни на конкурсе, девочки? Очень. Громче, громче, громче. Очень круто. Нам очень нравится. Мы день сегодня начали с прекрасной тренировки, с пробежки, с таким шикарным видом. Какой настрой у вас? Очень боевой, позитивный. Да. Мы готовы. Благодаря конкурсу города сближаются. Вы из каких городов? Хабаровск, Тюмень. Все отлично. Пока знакомимся с девочками. Какой город? Мурманск. Передаю ему привет. Так, город. Назови свой. Город Чита. Как тебе первые дни на конкурс? Мне очень все нравится. Участницы все добрые, красивые. Организаторы.
Какой настрой у тебя? Боевой. Оказаться здесь – это большая удача. Мы рады, что здесь находимся. Мы рады замечательному коллективу, чудесным организаторам. Шикарный отель, природа. Эти впечатления запомнятся на всю жизнь. Большое спасибо. Первые дни прошли очень интересно, насыщенно. Мне безумно понравилась организация конкурса. Также все участницы были приветливые, и у нас царит дружеская атмосфера. Чувствуется также поддержка со стороны организаторов. Ты можешь всегда к ним обратиться. И прям получается у нас такая фэмили большая. 40 красавиц собрались вместе для того, чтобы побороться с титул той самой. Глава забила. Самые прекрасные девушки России. Итак, у кого взять интервью? Так, так что давай, давай. Кто первый, Ленин или Сталин? Иди. Все. Я на тебя направляю, да, Таня? Да. Да.